тот клиент, которого ты хочешь, он к тебе не придет. Боишься так, что у тебя придет меньше клиентов, и ты останешься без денег? Да, но это нормально. Всем привет, друзья! Ну что, вот такой вот нежданчик. Вы знаете, я решила, что периодически буду делать пост-шоу. Такие настоящие себе пост-шоу, как на телевизоре, почти как в программе «Холостяк». Потому что есть определенные темы, такие, знаете, общие огромные проблемы, которые, ну, просто видны невооруженным взглядом. И мне хотелось бы их больше покопать. И поскольку наши выпуски огромные, и некуда там уже копать, уже и так все докопано, я решила делать такие отдельные сноски. И сегодня я бы хотела поговорить на очень экстремальную тему. Просто, мне кажется, эта проблема лежит у всех перед глазами, и вы еще мне эту проблему зачем-то хотите создать. И называется она целевая аудитория, ЦА. О чем идет вообще речь? Вот, к примеру, я читаю комментарии от вас, и написано: «Ольга, вы знаете, очень хорошее шоу, но мне бы хотелось, чтобы было побольше интервью с успешными людьми», пишет кто-то там. А другой человек говорит: «Вы знаете, нет, мне кажется, вот очень нудно слушать интервью с успешными людьми. Попробуйте-ка добавить, пригласить вот этого человека и делать вот так». И, короче говоря, каждый из вас начинает мне рассказывать, каким образом мне делать шоу. И вроде бы советуют, да, ну человек советует, здорово, замечательно. Но очень часто это не просто советы, а это, знаете, как: «Хорошо ли мне в этой юбке? Да, очень хорошо, но надень штаны». А кто-то говорит: «Не-не, штаны не надо, давайте наденем кроссовки». И каждый говорит о какой-то своей колокольне. И вот в бизнесе так происходит очень часто, когда вы начинаете что-то продавать. Вы, например, решили: «Я продаю там чулки», к примеру. И вы, или там, «Дома строю». И тут вам кто-то говорит: «А скажите, пожалуйста, вы вот только дома строите, а вы случайно машины не делаете?» И вы такие думаете: «Блин, спрос на машины есть, я сейчас буду делать и машины». И в маленьких бизнесах мы наблюдаем такое сплошь и рядом, когда мы настолько сильно размываемся, что в итоге у нас ничего хорошо не продается, мы пытаемся сделать все, сконцентрироваться ни на чем не можем, потому что это требует времени, денег и так далее, и так далее. И в результате мы типа работаем и гордо говорим: «У нас вот все, заходите, все нам можно купить». Вот, к примеру, взять мой канал. Не надо, блин, я не хочу делать интервью, которые делают все. Идите, смотрите 300 тысяч каналов, на которых все снимают интервью. Вам не осточертели эти интервьюеры, 99% которые вообще жуткие? Это же вам не Дудь там, который классный интервьюер. Все остальные ходят, задают какие-то нудные вопросы по одним и тем же людям. Это же скукотища, нудятина. Вам правда нравится это смотреть? Замечательно. Но мне не нравится делать тот продукт, который делают все. Я сама достаточно интересная, и мне есть чем с вами поделиться своим собственным опытом, нежели чем ходить и просто брать интервьюером. Поэтому я переделываю этот продукт по-своему. Я ищу, я смотрю. Мне неинтересно делать то, что делают все остальные. У кого-то не хватает фантазии, у кого-то еще что-то не хватает. Кому-то просто это нравится. Мне нет. И поэтому я делаю тот продукт, который я хочу давать. Потому что многие из вас изначально возмущались: «Вы так нравились на машине, без машины, там, вот было так хорошо». Я делаю так, как чувствую, я создаю свой продукт, и со временем вы начинаете его понимать, точно так же, как любой трендсеттер, да, первый, он делает, и все говорят: что, мини-юбка, это ужасно, а потом все ходят и щеголяют в мини-юбках, и так происходит со всем. В свое время, когда появились Apple, да, Mac, это был переворот сознания вообще: что это, зачем это? На сегодняшний день Apple выпускает не так много моделей, но все приличные люди считают обязанными и должными ходить с там Apple. Я сейчас ничего не имею против тех, кто любит Samsung и так далее, но вы понимаете, о чем я говорю. И они не стремятся делать огромный модельный ряд, они делают там один, сейчас два телефона в году, но это классные аппараты, они вкладывают в них все самое лучшее. И плевать, что, возможно, они могли бы делать их не белые, или там делать их какие-то серо-буро-малиновые, или каких-то других размеров. Они очень хорошо понимают сами, что они хотят дать своей аудитории, именно поэтому они такие крутые. Если говорить о нашем шоу, то в прошлом выпуске вы увидели Татьяну.
и вы увидели типичную проблему. Я обещаю, что в следующем выпуске я Таню докопаю, и мы вскроем очень много болей и проблем, которые на самом деле есть у Тани, и которые для меня уже лично стали очевидны. Но ее отсутствие позиционирования, да, для кого я, в результате превращает ее в обычную какую-то контору, которая бодяжит эти странные работы, в результате которых она зарабатывает по $50 с проекта. Да застрелиться можно! Да за $50 у меня даже оператор писать в кусты не пойдет. А тут она сидит и делает это, понимаете? Это ужасно. Это отсутствие позиционирования. Какая Татьяна Зайцева? Какой бренд? Я сейчас не обижаю Таню, я говорю обо всех. Вы все себе как-то круто хотите думать, говорить, и при этом продаете за 3 рубля, и сами не можете понять, на кого вы. Только ты можешь принять это решение, кто тебе нужен, и с кем ты готова работать, а кому ты готова отказать. Сейчас я вижу, что ты не готова никому отказать. Может быть, и не готова. Я должна подумать. Вы должны запомнить, что для того, чтобы приобрести свою целевую аудиторию, важно понять, кого вы хотите, и затем не бояться отфутболить всех остальных. Если вы хотите себе классного партнера, вы женщины, вы хотите себе классного мужчину, то нехер отдаваться каждому проходимцу, раскрывать перед ним ноги, а то вдруг, блин, никто вообще не возьмет, да, а мечтать о принце. То же самое с бизнесом. Вы должны четко понимать, какого клиента вы хотите. Вы должны знать, какой продукт вы хотите ему дать. И не бояться того, что да, будет какое-то время, когда вас не будут принимать, возможно, вас не будут покупать, возможно, вас не будут понимать. Но если ваш продукт будет офигенным, то настанут те моменты, когда люди скажут, блин, я хочу только ее. И вы всегда будете стоить дороже. Вы всегда будете работать над своим продуктом, думать над тем, как его сделать круче. Ведь в бизнесе самое главное – это тот продукт, который вы продаете. На этом стоит акцентироваться. И моя задача – каждый раз думать о том, как сделать для вас интересней контент, качественней подать, больше дать вам информации, а не бегать и не на каждый комментарий «О боже, мне сказали взять интервью, я побежала у кого-то брать интервью, о боже». Не имение собственного стержня, не имение понимания того, кто твой клиент, для кого ты стараешься и какого качества продукт ты хочешь делать, убивает тебя как предпринимателя, напрочь убивает. Если ты не знаешь, какого мужика или какую женщину ты хочешь видеть рядом с собой, кому ты должен или должна соответствовать, то, блин, готовься, пожизненная проституция тебе обеспечена. Дешевая, мерзкая, гадкая, вообще нечего это делать. Поэтому, друзья, ЦА – это очень важно. И прямо сейчас вы должны для себя прописать, кто ваш клиент, с кем вы хотите работать, какие вы будете создавать ему проекты, продукты, какой товар вы хотите делать, и соответствовать этому, искать такого клиента, не бояться потерять, не бояться быть отвергнутым. Вы потеряете, но вы непременно приобретете. Если вы сами себя не научитесь ценить, если вы сами не будете понимать, для кого вы создаете свой продукт, то никто никогда не будет вас покупать, никому вы никогда не будете нужны, никто никогда вас не оценит. Я сегодня считаю, что люди, которые со мной работают, для них это честь работать со мной, точно так же, как для меня честь работать с теми, кто знает, для кого он это делает, кто старается для меня, и, соответственно, он работает не с кем подряд, а он готов отдаваться своему делу. Учитесь ценить себя, учитесь ценить своего клиента и учитесь ценить свой продукт. На этом я заканчиваю этот выпуск и встретимся с вами в воскресенье. Обязательно смотрите новый выпуск бизнес-шоу, потому что в этот раз будет еще горячее. И подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить.